Добрый день! Сегодня приготовлю быстрые маринованные баклажаны с чесноком, болгарским перцем и зеленью. Нарезаем продолговатыми кусочками баклажаны. Обильно посыпаем солью, ждем 15-20 минут, промываем водой. Отвариваем баклажаны в кипящей воде 7-10 минут. Используем крышку от кастрюли меньшего диаметра, чтобы создать гнет для овощей. Так баклажаны не будут всплывать и равномерно проварятся. Далее нарезаем сладкий перец соломкой. Шинкуем репчатый лук полукольцами. Нарезаем зелень, петрушку и базилик. Острый красный перец чили и чеснок придадут необходимую ноту остроты и пикантности готовым маринованным баклажанам. Готовим маринад. Добавляем 1,5 столовых ложки соли, 1 столовую ложку сахара, 50 мл уксуса и 50 мл растительного масла. Тщательно перемешиваем. Перекладываем слоями отварные баклажаны с маринадом из овощей и зелени. За 1 час баклажаны замаринуются. В течение этого времени их необходимо несколько раз встряхнуть. Быстрые маринованные баклажаны с чесноком, овощами и зеленью готовы. Приятного аппетита!